А ми вже зустрічаємо гостю нашого ранкового ефіру. Це майстриня Ірина Руденко. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірина, як зазвичай починаються ваші ранки? Ну, як завжди, я ребенка в школу собираю. А вот, желаю удачной ей учебы и прихожу домой, начинаю что-то придумывать, что-то работать, потому что, ну, как бы, то единственное, что сейчас меня спасает просто от какой-то внутренней депрессии, потому что, ну, как таковой работы нет, ну, в моем, допустим, стиле. Поэтому я творю. Я творю, дарю миру красоту, поэтому я как бы вот, я при деле. Ви сьогодні до нас прийшли не з пустими руками, але перед тим, як ви нам будете розповідати про ваші роботи, який вид взагалі мистецтва вам найближчий? Ну, взагалі, у мене є два собственних вида. Це художественна інсталяція, вот это вот все, і ще текстильний калаш, но который здесь не присутствує. Розкажіть нам про його. Большие полотна мешковины, которые на пяльцина огромные натягиваются. И на уже отдельных кусочках мешковины начинают рисоваться какие-то вот рисунки. Потом это все высыхает от краски и полируется пайетками и бисером сверху вручную. Это все расшивается, если это рыба, это чешуя делается, если это там что-то еще. В общем, это все блестящее обязательно. И потом на вот это полотно плоское, которое тоже имеет свойство какую-то разукрашку, ну это по теме как бы. И потом с флизелиновыми подушечками, такими маленькими, это все наклеивается. То есть это достаточно выпуклые такие коврики, блестящие, потому что, вы знаете, если бы я, наверное, вот заканчивала медуниверситет в свое время, ну, не дай бог, конечно, у крови боюсь, страшно, я бы, честно, сделала бы новый стиль лечения людей, это близкотерапия. Вот, потому что когда вот что-то доброе висит на стене, и имеет оттеночные блески разного освещения по-разному, это завораживает. То бишь это можно лечить какие-то, может быть, неврозы, какие-то вот, ну, как бы, и вообще в комнате релакса это можно использовать. Ну, это так. Вот. Поэтому, как бы, художественная инсталляция, я люблю покупать, допустим, на блошином рынке какую-то убитую вещь, но которая имеет такую, знаете, вот добрейшую энергетику, потому что я биоэнергетик, я вот так возьмусь за вещи, я знаю, вот она работает, понимаете. И я ее, естественно, дома реставрирую, заново, может быть, переделываю и даю ей вторую жизнь. И это красота неимоверная. Вот это художественная инсталляция, то бишь я делаю уже готовую вещь, художественно оформляю. А бывают такие моменты, когда я вот просто придумываю, вот в голову выстрелила. Я никогда не ворую чужие идеи, я вообще не занимаюсь, честно, плагиатом, потому что у меня вот голова просто напичкана какими-то планами, какими-то прожектами, и я их стараюсь, в общем, воплощать. Первый мой прожект когда-то давно, вот сейчас он реализовываться будет уже в Польше, это коробки для конфет, подарочные коробки. То есть надо уйти от стереотипов вот этой плоской коробки картонная, да, она выбрасывается, это уже не подарок, то бишь вы пришли в гости, подарили, какой бы она гигантская ни была, но она плоская, и она выбрасывается, понимаете, а должна быть коробка, которая потом у вас будет стоять на какой-то полочке, вы можете просто вот даже покупать какие-то конфетки ручной работы, сюда складывать, пить кофе, а доставать свою коробочку, думаю, боже мой, какая прелесть, у меня целый конфетки, процесс, правда? Конечно, потом чай. Коробка для чая, то же самое, вы можете подарить хороший, дорогой чай, но не в какой-либо кулечке, там, пакетике, ну, тихий ужас, вот, а подарить в красивой коробке, где будет описано, допустим, его состав на красивой подстаренной бумажке, вот, понимаете, ну, понимаете, подарки изначально, они планируются на память, все. Вот какая у вас память от этого подарка, вот такой и человек, который вам это подарил. Ну, это мое личное мнение, я никому не навязываю, но я очень люблю и дарить подарки, и получать. Але щойно ви говорили, що ці коробочки вже ідеться буде реалізовуватися в Польщі. Це ну, що? Понимаете, розкажіть? Ринок ручної роботи немножко в Україні здав за 2 года, і магазин очень плохо, нічого практично не продається. Вот, и надо просто искать выход. Вы знаешь, выход. У меня, там, да, так? У меня сейчас работ, допустим, ну, размером, если можно заполнить магазин на 16 квадратных метров от пола до потолка, плюс еще поставить посредине какие-то стеклянные витрины. Мне реально это нужно продавать. Я привыкла к тому, что я дома работала, и я продавала. У меня были и заказы, и интернет-магазин. И я что-то все время делала, и материально как бы была вознаграждена. Сейчас какой-то, знаете, ну вот просто вот черная яма. Когда, ну, уже не знаешь, чем удивить. И причем всем это нравится, но на фоне
какой-то скромняшной работы, всех это пугает. Вот. Ну, может, просто вот, как бы нужны люди, которые нравятся эксклюзив, яркость, оригинальность. Ну, пока таких вот не нахожу. Якщо ви вірите в енергетику речей, значить, мабуть, ви вірите те, що подарунок, зроблений власноруч, має теж певну енергетику і має більшу цінність, як промисловий. Ви розумієте, не то чтобы ценность, просто это зависит от отношения человека к вам. Ну, допустим, плохой человек с плохими мыслями. Вот он просто ручку вот пишущую, да, вот он подержал в руках. При этом он наговорил столько гадостей в эту ручку, вот держа ее просто. Ну, подушки пальцев, они энергетически заряжены. Почему один массажист вам подходит, а другой не подходит? Задумывались, потому что он вас массирует своими пальчиками, своими подушечками. Все, это отдача энергетики, а вы получаете. Или вы отдаете, и он получает. Ну, как бы, где как. Поэтому и подарил вам ручку, и у вас начинаются проблемы. Но эта энергетика, она, не знаете, вот она, может быть, наукой и отрицаемая, но она существует, и она есть, и вам с одним человеком хорошо, с другим плохо. Поэтому... А за каким вы настроем седаете за работу? Ой, вы знаете, у меня, во-первых, во-первых, я ответственна за то, что люди это будут покупать. И как многие покупатели у меня уже раньше говорили, что я когда-то собиралась каталог делать всех своих работ и подзвонила всем клиентам, заказчикам, говорю, вы не могли бы, ну, на час буквально, я приеду на такси, заберу коллаж, в студию его сфотографируют профессионально это. И вот одна женщина сказала, Ирина, я, извините, не могу, при всем уважении к вам, для меня это икона, и я с ней не расстанусь ни на 5 секунд. Все, говорит, я не дам этот коллаж. Вот, и все такое прочее. Я вообще думаю только о хорошем. Вот это то единственное время, когда я не думаю ни о чем плохом. Это моя работа, моя деятельность, потому что я ответственна, или человек потом купит, да, и у него будет 9-й вал висеть, да, с моим настроением, его будет кошмарить и бросать из стороны в сторону дикими волнами. Поэтому я стараюсь. И действительно, да, вот как бы недавно женщина Собухова купила у меня работу в интернет-магазине, и она позвонила через время и сказала, да, спасибо, это работает действительно, вы были правы. Ну, приятно, конечно, вот такие моменты. А расскажите нам еще про эту работу, картину. Вот это вообще, знаете, вот это приходите в гости, да, с подарком. Ну, это подарок там для кухни или у кого кафе, допустим, кавьярня есть. Здравствуйте, здравствуйте, я вам кофе принесла. Ой, чашечка упала. Вот, ну это такие, да, такие приколы, как бы, и очень обыгрывается, во-первых, это, опять-таки, блошиный рынок, это те чашечки еще тех времен, понимаете, которые помнят вот добрых людей каких-то, которые были, там какие-то стекляшки, которые заменяют мампасье, и вот она висит у вас на кухне, она такая уже добрая, душевная, и ну, мне нравится, допустим, у меня их много разных абсолютно, они в разном стилі, така разне. Веселкова, різні кольори, так, які піднімають нам настрій. Пані Ірино, ви ще й долучаєтесь до благодійницьких проєктів. Розкажіть, будь ласка, про цю діяльність. Ну, в Луганске это было чаще. У меня были благотворительные выставки, которые я вообще просто вот делала благотворительно, не за какой там процент продажи, и мы делали, ну, там в каких-то детских центрах ремонты, либо в спальне там, либо в игровой, ну, как бы кто в чём нуждался. Здесь я вообще, честно говоря, когда мне позвонила вот эта Ирина, даже, честно, вот не буду даже рекламировать, и фамилии не помню, вот на самом деле, потому что я даже не знала, что этот фонд здесь существует. Во-первых, первое было фонд переселенцев, помогает детскому дому в Бердичеве. Угу. Хотя там, в серой зоне, я вам хочу сказать, не очень хорошая ситуация с детьми и со школами, и там тоже нуждаются дети. Но это криптонит какой-то вот на самом деле, который действительно люди, проживая в гостинице, Житомир, пардон, условия, вы же понимаете, да, это 76-й год Советского Союза на самом деле, вот, имеют силы, желание и все это делают на фоне без, скажем так, без раболепия перед какими-то депутатами, что мы, когда я приехала на ярмарку, вообще я ехала в никуда. Я людей в глаза не видела. Мне сказали вот столько-то, во столько-то приехать оформлять свой стенд, выбрать себе место в жовтне, ледяной холод. Вот. И честно, я когда посмотрела на вот этот бешеный какой-то вот накал страстей, и это надо, вот это надо сделать, вот это надо сделать, и надо ассортимент сделать. И вот и люди готовились к какому-то, знаете, ну, марш-броску на самом деле. Вот мне показалось, и украшение шикарное. И потом я думаю, что же мне это напоминает, вот понимаете, вот это там наш стиль, когда если что-то делают, делают вообще просто эксклюзивно, с иголочки, до нельзя, хорошо, ответственно,
И поэтому, да, когда вот эта вот как бы выставка открылась, я с удовольствием это делала, да, потому что я, ну, я привыкла к благотворительности вообще, как бы, знаете, есть такая еврейская мудрость, что есть, когда ты отдаешь, то ты получаешь через время, это обязательное условие. Вот, и поэтому я, честно, я поразилась, действительно, люди оттуда, которые, и знаете, вот в зале такие фразы, вот, для серых обывателей это диковато, и говорилось, только вот витали фразы, жизнь до войны, во время войны і після війни. Пані Ірино, я перепрошую, що ми перериваємо нашу бесіду, тому що час іде, але ми сподіваємося, що скоро життя буде таке після війни, правда? Да, ми дякуємо за цю розмову. Спасибо огромное. І нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні гостею програми була майстриня Ірина Руденко. І говорили ми про рукоділля.